Два человека загинули на пожарах. За минулые сутки в области. В Глузском районе вратовальники ликвидовали узгорание павети каля жилого дома. Подчас тушения под обломками яны нашли тело 53-годового мужчины. По информации пожарных, он трапил в господарчую побудову без ведома ее уладальников. У Белынинском районе горел приватный жилый дом. Подчас ликвидации пожара у одним из покоев на ложку супрацовники службы 101 нашли тело 48-годового господара дома уладания. У обоих выпадках специалисты высветляют причину сгорания.